Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство T-Mobile Revel 6. И сейчас я покажу вам, как включить режим «Не беспокоить». Итак, для того, чтобы включить режим «Не беспокоить», мы опускаем вниз нашу шторку, ищем, собственно, «Не беспокоить», находим, нажимаем, таким образом включаем, нажмем еще раз, выключим. Если зажмем пальчик, то можем перейти в настройки и уже тут отдельно понастраивать некоторые параметры. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.